Алтайских медицинских работников обучили языку жестов. Курсы прошли специалисты перинатального центра ДАР, врачи скорой помощи, краевой клинической больницы и других медучреждений. Обучение состоялось в рамках программы «Доступная среда» в регионе. Его проходят второй год. В прошлом году подобные курсы прошли 9 человек. Также в медучреждениях продолжают работы по установке поручней для инвалидов, пандусов, подъемников и покупают инвалидные кресла, сообщает КП на Алтае. В Бийске можно пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, пишет Политсибру. Лабораторное обследование можно пройти в среду и пятницу с 9 до 12 часов по адресу Горно-Алтайская, 66. В Алтайском государственном техническом университете стартовал отбор студентов для обучения в военном учебном центре, сообщает Амител. Занятия со студентами, желающими пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса, начнутся с февраля. Напомним, в военный учебный центр будет преобразована действующая военная кафедра технического университета. Новая структура появится в феврале 2019 года. Решение было инициировано Минобороны России. До 24 октября будет вестись прием заявлений студентов. До 17 декабря пройдет конкурсный отбор, и к занятиям в феврале приступят около 200 человек. Бийский рабочий рассказывает о том, как на Алтае не пустили партию роз. Речь не о политике. Инспекторы краевого управления Россельхознадзора сочли цветы, которые везли из Казахстана, продукции высокого фитосанитарного риска из-за несоответствия документов. Всего 15 990 штук. Партия возвращена в Республику Казахстан, виновные привлечены к административной ответственности. Корреспонденты «Алтапресс» выяснили, какой будет погода до конца недели. Приготовиться рекомендуют и к жаре, и к холоду. К концу недели температура воздуха повысится, ночью будет плюс 1, плюс 8 градусов, а днем воздух прогреется до 20, но ветрено. А в выходные 13 и 14 октября в регионе похолодает. Будет ветрено, возможны дожди и даже снег. Местами может установиться временный снежный покров.